Алло, вторая реанимационная бригада на выезд. Я с детства был связан с медициной, много времени проводил в больнице и видел больных людей. И когда я в 15 лет увидел первый раз медицинский университет, я понял, я хочу связать с этим местом свою дальнейшую жизнь. Когда поступает вызов, у меня возникают разнообразные чувства, от волнения до адреналина. Проработав около 10 лет в практическом здравоохранении, я почувствовал все силы и возможность поделиться своим жизненным опытом и практическим. Нельзя отказываться от работы как в практическом здравоохранении, так и в медицинской академии. Одно другое дополняет.